Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Теофраст. Теофраст около 370-288 года до нашей эры, греческий философ из Эреса, Лесбоса, ученик и друг Аристотеля. После его смерти возглавил перипатетическую школу. Из его огромного наследия уцелела лишь малая часть, несколько коротких научных работ и два больших труда по ботанике. Первая – систематизация растений. Применялся аристотелевский метод классификации видов и родов, а также сочинения, имевшие успех среди комедиографов поздней античности – «Характеры», где с тонким юмором и иронией описано около 30 отрицательных типов характеров. Издание «Хорошие характеры» утеряно. Некоторые из них, возможно, были драматизированы в форме монолога. Менандр считался учеником Теофраста. В новой комедии были сильны традиции той классификации человеческих типов, что дали Аристотель и Теофраст. Они оказали влияние на все последующее развитие жанра, послужив образцом для Ла Фонтена и Лайбрюрера и других моралистов нового времени. Вот так вкратце о Теофрасте. Теофраст – греческий философ, ученик и друг Аристотеля. После его смерти возглавил перипатетическую школу. Пока-пока, до свидания.